Эти ступеньки ведут в лабораторию. Поехали. Магической энергии хватит, чтобы остановить ведьмаков. Еще недавно ты жаловался, что Савола их всех убьет. Неужели вид одного ведьмака, белого волка, испугал тебя? Подозреваемая личность, на Дебене его считали покойником. Известный убийца. Лео, назад! Ну давай же, профессор Рок. Время на вес золота. Сейчас, когда я владею силой круга стихий, больше не бросаю. Надо что-то сделать! Магический барьер выглядит прочным. Нам нужна Трис. Они нас грабят прямо на глазах! Мы должны что-то сделать! Геральт, ты же можешь освободить проход знаком! Знаком? Знаком Аарт! Я сам не могу! Поломал пальцы на мучильни, не сгибаются! Сделай знак Аарт на эту кучу обломков! Я не помню знаков. Идем к кругу стихий, огромному источнику силы. В этом месте ведьмаки изучают знаки. Надо попробовать. Идем.
Получилось? Разобьем эту кучу щебня. Я знал, что это сработает. Возвращаемся наверх, а то Ламберт сам убьет Химеру.
О чем вы узнали? Когда мы зашли в лабораторию, там уже были бандиты. Они что-то искали. Маг использовал силу круга стихий для создания магического барьера. Чума, сифилис и проказа. Вы просто как дети. Почему вы не сказали мне о круге? Трис, дитя мое, мы ведь думали, что это не так уж важно. Если этот маг настроился на круг, он сможет, например, создать устойчивый портал и перенестись со всем вашим оборудованием в любую точку континента. Да, мы ошиблись, извини. Но ты же сама говорила, что это не опасный маг. Я же сказала, что не знаю его. Первым делом надо защитить лабораторию. Не паникуй, Меригольд. Мы знаем, ты бы хотела увидеть наши ведьмачьи тайны. Весемир, если этот идиот не заткнется, я за себя не ручаюсь. Хватит! Ламберт, перестань обращаться к Трис по фамилии. Относись к ней с уважением. Трис, не сердись. Но если мы пойдем в лабораторию, то окажемся между двух огней. Нам разделиться? Геральт прав. Мы должны убить Химеру и защитить лабораторию. Нам надо разделиться. Кто куда идет? Я спускаюсь. Ведь только я могу разрушить барьер. Весемир? Я останусь здесь и разберусь с Химерой и Саволлой. А ты, Геральт? Нам обоим может понадобиться твоя помощь. Лаборатория — это важнее. Я пойду с Трис. Я тоже! Эскель и Ламберт остаются со мной. Саволла читает заклинание. Что-то сейчас произойдет. Земля дрожит. Чувствуете? Сейчас прорвутся! Защитим лабораторию! Нас ждет тяжелая битва. Возьми этот эликсир. Ведьмаки называют его хилинг. Он ускоряет восстановление энергии. Это полезно, когда дерешься с магами. Идем. Планы моего хозяина. Я сейчас позову сильного демона, который вас выпотрошит. Блеф! Он вымотался после телепортации. Ему силы хватит только на магические фонарики. Иди, мы им займемся и присоединимся к тебе еще до того, как ты разрушишь барьер. Oh!
Геральт, ты был прав! Они идут в лабораторию! Откуда ты знаешь? Что ты здесь делаешь? Что там с этим монстром наверху? Я хотел помочь, но не мог пробиться через этот странный круг! Савола кормит червей. Вот что важно. Нам надо добраться до лаборатории! Идем. Теперь у нас есть все. Профессор, займись ведьмаками. Собьет стрелу на лету. Проверим. Лео, стой! Что случилось? Что с ним? Пробито легкое, он умирает. Где экстракт Рефорда Белого? Держись, Лео! Он был здесь. Не найти. Весемир! Лео умер. Как это случилось? Он напал на профессора. Я не успел.
Это не только твоя вина, Геральт. Мы все виноваты. Трис сражалась за нас и чуть не погибла. Плохие времена для ведьмаков. И что-то мне подсказывает, что будет только хуже. Наверху безопасно? Относительно. Там есть пара заплутавших бандитов, но с ними можно разобраться позже. Ты устал. Я хочу, чтобы ты отдохнул. Я присмотрю за тобой. Пока. Да? Пока.
Да? Эскель заходил. Трис без сознания, но состояние стабильное. И то хорошо. Я решил, Волк. Мы уходим из Каэр-Морхен. Нас тут больше ничто не держит. Хорошо. Когда отправляемся в путь? Сначала мы должны подобающим образом попрощаться с Лео, но только после того, как придет в себя Трис. После битвы с магом она без сознания. Без сомнения, она захочет поговорить с тобой. А потом в путь. Бандиты. Да, надо окончательно решить этот вопрос. И надо также приготовить эликсир, который поможет Трис восстановить силы. Придется немало побегать, чтобы найти компоненты. Тут ничего подходящего не осталось. Я этим займусь. Как мне сделать этот эликсир? Ламберт даст тебе формулу и скажет, где искать компоненты. Он около камина с нашей храброй чародейкой. Ламберт? Он ведь ее ненавидит. Думаю, он чувствует себя виноватым. Первое, что услышит Трис, когда придет в себя: «Наконец-то ты проснулась, Мэригольд. Это ведь Ламберт. За работу. Позже я научу тебя добывать ингредиенты из монстров. Я буду в главном зале». Хорошо. Что-то случилось? У меня нет времени. Я пытаюсь сделать эликсир для Трис. Пузырек с белой чайкой можно найти в оружейной на втором этаже. В спальне на втором этаже в сундуке возьми кальций Эккум. По виду он похож на белые камушки. Могут быть еще недобитки. Найди отставших и убей их. Нам тут пленные без надобности. За этой дверью есть лестница. Я бы пошел, но Мэригольд лежит у огня без сознания. Где мне найти кальций Эккум?
В сундуке в спальне. Где мне найти спирт? Белая чайка лежит в сундуке в оружейной на втором этаже. Это помещение, в котором полно оружия и манекенов. Ты его узнаешь. Бывай.
Thank you.